Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра! Популярный российский певец Олег Газманов – человек, закрытый для средств массовой информации. Свою лучиную жизнь звезда предпочитает не афишировать. Однако для Леры Кудрявцевой, которая является ведущей телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ, артист сделал исключение, рассказав о серьезном недуге. Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи – опухоль на голосовых связках. Газманов откровенно признался, что известие стало для него настоящим ударом. Однако артист не стал опускать руки. Кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья, жена Марина и дети. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!